Всем привет, дорогие друзья! С вами сегодня, как всегда, Илья XL, и сегодня мы записываем новое музыкальное видео на моем канале. Да, но, возможно, вы, наверное, догадались, что я не Илья XL, а то, что я копия. Ладно. У нас сегодня с Ильей сегодня особенный день. Мы поменялись каналами ровно на один день. Так что сегодня вы смотрите ролик у него на канале от моего лица, а на моем канале смотрите ролик, получается, от его лица. Давайте подумаем, что, в принципе, выходит у Ильи на канале. Музыка, плагиат или не плагиат, треки он делает, да, там иногда бывает периодически. Самый качественный контент. 24 часа игнорирую свою девушку. Вот, можно, в принципе, записать 24 часа игнорирую своего лучшего друга. Вот, но я как один, как я здесь один в комнате, как вы это видите сейчас, да? Ладно, давайте попробуем записать трек. Так, по-моему, Илья говорил, что треки записываются в программе FL Studio. Так, давайте найдем ее на рабочем столе. Ах, вот, да, она. Не, давайте уже запишем что-нибудь другое. Не, что-то это как-то сложно, по-моему. Давайте что-нибудь другое. Так, и теперь я перехожу. Я подумал и решил, что можно записать все-таки сравнение треков, плагиат или не плагиат. По крайней мере, с этим я точно справлюсь, вот, потому что это единственный музыкальный контент, все-таки который, ну, под силу для меня. Так что сейчас мы найдем треки и попробуем их сравнить. Так, друзья, вы, наверное, подумаете сейчас, что это Just a Prank Bro, величайший трек на сия Руси, так сказать, да, но нет! Как оказалось, буквально недавно выпустил какой-то паренек еще, как бы трек, похожий очень сильно на мой. Так что давайте проверим. Мне эта версия Just a Prank Bro больше нравится. Мне тоже. Ну ладно, друзья, на самом деле это был такой небольшой рофл, потому что буквально недавно Илья показал мне вот этот трек, и я подумал, чего? Что за приколы? Вот, на самом деле, просто прикол в том, что мы купили, получается, минус под лизинг, то есть мы его официально не покупали прям, чтобы у нас были авторские права. Поэтому, как бы, любой может записать под этот минус, абсолютно любой. Не я писал этот минус. Да, ребят, я просто, я столько комментариев видел, Илья написал минус, вау, круто! Но это не он, это не он. Что-то знакомый, по-моему. Ну это что-то такое индийское. Нет! Нет! Зачем ты включил Крида? Нельзя его трогать, слышишь? Нельзя. Нельзя трогать Крида. Мне нравится его творчество. О боже, мама, я схожу с... А, да? Да ладно, я шучу. Да, я знаю. Тут даже написано невеста, я пошутил просто. Сходство есть. Сходство определенно есть, но что я могу сказать? Это все провокация и вранье. Все не так, как должно быть. Че, ну блин, два классных трека. Что я сделаю с этим? Бакарди, танцы в моей кровати. Так, ну, этого, в принципе, достаточно, потому что, как бы, Black Bacardi достаточно популярный трек. Ну не, слушай, не плагиат. Нет, плагиат? Не, ну я здесь не слышу ничего такого, чтобы прям вот прям... Ну лично я слышу это так, ну то есть для меня это два абсолютно разных трека. Я не слышу в них какой-то схожести, я не знаю. Уши я чистил. Ну, я все слышу нормально. Да нет, это два разных трека. Ребят, напишите в комментариях свое мнение насчет этого. Но лично я это слышу так, что это два абсолютно разных трека. Угу. Великая и неповторимая Ольга Бузова. Песня неправильная. Давайте послушаем. Вот. И послушаем, соответственно, трек, который, как я понимаю, очень сильно похож на этот. Очень даже похож, по-моему. Подожди. Нет. Не, ну Артур Пирожков, конечно, со своим треком Чика. Это очень круто. Ты хватит там это? Что? Что ты там делал? Я слышал. Что ты слышал? Ну блин, минуса только немного похожи и все. Не, это не плагиат. Это нифига не плагиат, это просто похоже немного минуса, такое случается. Так, а это, подожди, Маркул, серьезно? Не, разные треки. Я прям сразу слышу, что это, ну, два разных трека.
Как их можно было сравнить? Не-не-не-не. Ну, слушай, по-моему, из всего того, что мы сегодня услышали, единственное, что, наверное, можно было бы, в принципе, как-то, ну, вот, сравнить, то это, ну, я не знаю, там максимум, что было похоже, это только минус, и все. А так, звучание и трек, в принципе, по смыслу и по словам, и по, я не знаю, как-то по звучанию были разные. Ну, лично так я это слышу. Вот, возможно, я не прав, ребят. В общем, дорогие друзья, на этом наше сегодняшнее видео подошло к концу. Вот, мне было очень приятно поучаствовать сегодня в записи такого контента. Вот, и я люблю музыку, я люблю ее слушать. Тем более, когда у тебя уши друг диджей и как бы девушка, которая тоже занимается музыкой, то как бы и ты постоянно вот так вот на ушах. Это хватит. Ладно, дорогие друзья, я надеюсь, что вам понравилось это видео, вы поставили обязательно лайкусик, подписались на канал Exile, вот, также переходите на мой канал, там будет уже ролик, от... вот, иди сюда, вот, покажи. Я в хоррор проходил, мне было страшно. Да, это было реально страшно, поэтому, друзья, я надеюсь, что вам это действительно понравилось, поставьте, пожалуйста, сегодня лайк, поддержите нас, вот, ну а на этом сегодня все. С вами сегодня были, как всегда, Exile, вот, ладно, ребята, всем до скорой встречи и всем пока-пока! Там обычно надо в руку в камеру вот так довести, но я не дотягиваюсь.